Приморье началась активная подготовка ко всероссийской гонке «Лыжня России». В крае она состоится 10 февраля. Соревнования запланированы сразу в нескольких муниципалитетах региона. Центральный старт пройдет в селе Калиновка Спасского района. Лыжные забеги в рамках всероссийской акции состоятся во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Дальнереченском и Кировском районах, Красноармейском и Черниговском округах. Уже много лет «Лыжня России» занимает место самого массового и масштабного по географическому охвату спортивного мероприятия в мире. Подать заявку на участие можно из любого уголка страны через портал госуслуг. В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области. В программу соревнований войдут забеги на 1, 3, 5 и 10 километров в разных возрастных категориях. Комиссия по допуску участников начнет свою работу с 8:30 и продлится до 10:00. Заблаговременно необходимо получить медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Также все спортсмены в Приморье смогут присоединиться к акции «Лыжня Приморья. Регистрируйся и побеждай», которая проводится по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяка.